Итак, сегодня говорим о серии гармошек, доработанных серии винтаж. И сейчас у меня 4 гармошки есть уже в этой серии. Вот хочу о них немножечко рассказать по порядку. Так, вот это Pro Harp 1 в этой серии. Видео про то, как я ее делал, есть у меня на канале. Вот, с тех пор ничего я не менял, так она у меня и играет, работает. Очень с удовольствием я ей пользуюсь. Вот, очень хорошая гармошка, звук такой насыщенный. Вот, ну и, конечно, примеры звучания каждой гармошки я буду прикладывать. Следующая гармошка в этой серии Golden Melody Vintage, о которой я уже столько говорил и все никак не расскажу. Это Golden Melody Vla. Первый опыт мой изготовления гребенки деревянной самостоятельно. Ну, честно говоря, не скажу, что очень удачный опыт. Вот. Но, тем не менее, на деле гармошка себя показывает очень хорошо. Ее звучание очень меня радует. И такое оно и богатое, и блюзовое. Вот, ну и вид. Здесь гребенка сознательно сделана больше, чем сама гармошка, чем крышки и платы. Вот, делал я это, потому что боялся с размерами не угадать. Вот, но в итоге сама гармошка смотрится очень так аутентично и брутально, как говорят сейчас. Вот, и в руках очень комфортно лежит. Мне вот очень-очень нравится. Следующая гармошка в этой серии это Marine Band Vla. Про эту гармошку я еще ничего не рассказывал. Значит, я купил ее на Авито за там 500 рублей. В нагрузку к ней шла еще одна гармошка, Blues Bender. Тоже что-нибудь с ней придумаю. Вот, пришла она ко мне совершенно убитая. То есть в таком непотребном виде. У меня там есть фотография, но на фотографии не видно, в каком жутком виде пришла эта гармошка ко мне. Вот, что в итоге было с ней сделано. Доработаны крышки. Все пересажено на винты, она была на гвоздях полностью. Вот, и пропитана, даже не пропитана, а стабилизирована льняным маслом у нее гребенка. Причем масло я подкрашивал красным оттенком, и вот видно, что не совсем стандартный маринбендовский цвет у гребенки, а такой в красноту отдает. Вот там даже вот видно, что там еще краснее, где лака не было. Вот, в итоге очень получилась достойная такая гармошечка. Да, кстати, вот крышки вот эти не я загибал. Такие они пришли уже ко мне. То есть так весьма грубо это все было сделано. Но в общем смотрится неплохо. И звучит, кстати говоря, очень и очень достойно. Вот этим приобретением тоже я доволен. И тем, что получилось из нее. Thank you.
Про следующую гармошку хочу сказать отдельно. Это совершенно убитая Special 20. Вот, вот эти крышки на ней, она вдо, эта гармошка, да, вот эти крышки на ней, они подверглись испытаниям моим химическим, когда я пытался меднить нержавейку, в итоге совершенно их убил, не знал, что делать, и вот, смотрите, значит, очистил, обработал, и вот какая красота получилась, там такая совершенно она состаренная. Вот, гребенка это из ясеня сделанная, и гребенка тоже стабилизированная льняным маслом. Этой гребенке ничего не будет, ее уже не поведет, и влаги она не боится, ее можно прям в воде замачивать на 3 дня, и ничего с ней не будет. Вот, а вот здесь, вот, друзья, я вывел свою фамилию, потешить свою гордость, гордыню. Вот, ну, получилось очень здорово, Рогозин, вот, очень мне это нравится, то есть теперь можно выбивать абсолютно любые здесь символы, ну, вообще я хотел выбивать стертые вот эти вот тональности где-нибудь прямо на самой крышке, вот, ну, вот так тоже ничего. И про эту гармошку я снял прям подробнейший видеоотчет, как я все это делал, вот, как делалась гребенка прям с нуля, как с крышками я поступил, то есть все-все-все про нее подробненько, вот сейчас предлагаю вам увидеть в продолжение этого ролика. В общем, вот такая у меня есть куча. В дровах были вот такие вот дощечки. И это ясень. И вот если посмотреть по толщине, то они прямо, ну, идеально подходят для того, чтобы сделать гребенку. Вот дощечка, например, отличная. Они уже сухие. Здесь можно повыбирать, посмотреть, порезать. Вот, думаю, что что-нибудь отсюда выберу и обязательно какую-нибудь гребенку сам запилю. Ну, все это поэтапно. Вот котофеечек со мной будет мне помогать. Будешь помогать? Будет. Ну, пока вот так. Так, ну все начинается с трафарета на бумаге. Вот вырезается все аккуратненько так. И потом потихонечку все переносится уже на дерево, перерисовывается. Вот, дальше я делаю засверливание дырок внизу отверстий. Вот, и вот на таком станочке уже выпиливаю непосредственно всю гребенку. Про станок отдельно могу потом снять видео, кому интересно. Вот, или просто рассказать, как я его сделал. Но, честно сказать, нашел я его в интернете. Придумал я его не сам. Вот, он сделан из лобзика. Очень удобная штука. Вот такая получается деревяха. Грубая сначала. Да, где-то не там не совсем ровная. Но дальше будет лучше. Обтачиваем на точиле. Убираем все лишнее, что можно убрать. Вот что получается. Проверяем, насколько она попадает по отверстием у родной гребенки. Делаем сравнение с ней. Прикладываем, смотрим, что да как будет выглядеть у нас наша гармошечка. Вот, и теперь уже гравером доводим, убираем все неровности, выравниваем каждое отверстие, углубляем, как возможно. Вот, эта работа очень приятная, гораздо проще, чем с пластиком работать, с деревом. Так, дальше обжигаем. Обжигаем для того, чтобы убрать все заусенцы, чтобы сгорела вся древесная пыль и чтобы придать такой более интересный вид. Ну, вот что получилось. Она обожженная, уже отверстия под винты все просверлены. Она готова. Теперь займемся стабилизацией. Берем масло льняное, пищевое. Все натуральное.
никакой химии. И вот уже в вакуумной камере у нас плавает гребенка с утяжелением. Открываем кран и пускаем, запускаем компрессор. Начинается откачивание воздуха. Сейчас будет видно, как начнет выходить воздух. Вот пошли пузырьки из гребенки. Он весь выйдет и на его место зальется внутрь, насквозь будет пропитано маслом гребенка. Потом надо будет выдержать сутки, чтобы все оно пропиталось. Так, ну а пока есть время заняться крышками. Вот такие вот ударные клейма купил я у китайцев, 6 мм, английский алфавит. Вот, и интересная штука. Вот решил я попробовать. Так, вот начинаем выбивать. Выбиваем потихоньку фамилию мою. Так, гребенка наша уже отстоялась. Все, пузырьки не идут. Значит, можно ее вытаскивать. Пусть стекает. Готово. Еще в масле. Но вот уже так вот она красиво блестит. Полностью пропитанная. Теперь надо ее покрыть восковой мастикой. Вот вам мастика для досок. И чтобы отбить запах масла линовых, такой характерный, ну, я использую пищевые ароматизаторы. Очень потом хорошо пахнет гребенка. Вот, мастика тоже натуральная, никакой химии. Так, вот смешиваем, берем шоколад. Гармошка будет пахнуть шоколадом. Смешиваем с мастикой, всего несколько капель надо. Потом перемешиваем. Тут я одной рукой работаю, над двумя нормально. И очень хорошо с мастикой перемешивается ароматизатор. Что дальше? Значит, наносим таким хорошим слоем на нашу гребенку уже ароматизированную мастику. Прям хорошенечко так, не боясь. Вот во все отверстия, везде-везде, чтобы она все заполнила. И начинаем полировать полировочным кругом от температуры, от трения. Мастика глубоко втирается. Вот, и хороший запах. Так, вот на 7 винтах у нас крепятся платы. Очень прочно, зазоров никаких нет. Вот, очень хорошо. А вот гармошка какая получилась в сборе. Вот такая красота. Вот она уже у нас и готова. Такая красавица. Ну и вот, что получается у нас. Серия винтаж. Думаю, будет еще эта серия дополняться. Для сравнения, у меня есть вот такая Special 20. То есть, вот она, как она есть, родная. Абсолютно ничего с ней не сделано, с пластиковой гребенкой. И вот точно такая же Special 20, которую уже я дорабатывал. Доводил до ума. Ну да, теперь вот их уже трудно с чем-либо спутать, да. То есть каждый уже имеет свой характер. Ну и да, мало они уже похожи, ну, кроме того, что там на крышках написано Special 20. Что хотелось бы сказать в конце. Ну, вот теперь нашел я себе вот такое занятие. Помимо того, что это все мне очень нравится музыкально, блюз, джаз, все это играть, разбираться в этом всем, осваивать техники. Вот теперь еще есть в руках вот такое вот у меня занятие. Ну, я думаю, что буду потихоньку на Авито покупать убитые гармошки за какую-то адекватную, совершенно дешевую цену и дорабатывать их. Вот. А вам показывать, что будет получаться. Планов впереди много, идей много появилось. Различные там гребенки, различные пропитки, различные обработки. Очень хочется, например, мне, поделюсь своими планами, все-таки приобрести Suzuki Olive гармошку, о которой давно я мечтаю, и сделать ей гребенку из оливкового дерева. Вот, на этом все. Со всеми прощаюсь. Всем желаю успехов, удачи, а самое главное – здоровья.